Всем привет! Сегодня у меня день рождения, и мы идем кататься на аттракционы. Недавно, можно сказать, мне, блин, исполнилось 14 лет. Я помню до сих пор, как это было вчера. Я думала, о господи, мне до 18 лет еще целых 4 года. Я думала, господи, я 18 лет буду со своей квартирой, машиной, со своей собачкой жить. Но когда мне исполнилось 18 лет, я вообще забыла про свои эти дурацкие планы. Вспомнила только сейчас. И 18 лет ничего не поменялось. Я также жила в своей квартире с родителями, сестрой. Машина у меня не пилась. Я только сейчас, в 20 лет, нашла нормальную себе работу, на которой я могу позволить себе купить, может быть, какую-то технику. То есть. И, честно говоря, вы знаете, когда вы мечтаете о чем-то в детстве, потому что 14 лет это, грубо говоря, ребенок, когда вы мечтаете в 14 лет о чем-то, то на самом деле это может быть когда-нибудь исполнится, но далеко-далеко-далеко в будущем, потому что за 4 года у вас ничего не поменяется. Вы как будете учиться в школе, так и будете учиться в школе. Вы так и будете жить родителями, так и будете жить родителями. И я получала свой первый паспорт, а уже его менять второй раз. Честно говоря, я не ощущаю себя на свой возраст, который мне исполнился. Цифра возраста – это всего лишь цифра, и то, как ты чувствуешь себя на самом деле – вот это твой возраст. Я сейчас чувствую себя лет реально на 16, и, то есть, неважно, может быть, тебе по паспорту там будет 70 лет, ты будешь сейчас сидеть в морщинах, но внутри ты будешь чувствовать себя на 18 лет. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это мини-влог-видео, вы что-то обо мне узнали нового, вдохновились чем-нибудь. Смотрите мои видео, читайте мой блог.